Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Йога Смарт-Тап. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить режим энергосбережения. Итак, для этого мы свайпаем вниз и ищем здесь такой вот значок батареи. Нажимаем на него. И таким образом включаем режим энергосбережения. И нажимаем еще раз, чтобы выключить. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.